Европа также во власти аномальных холодов. За последние двое суток от переохлаждения погибли более 20 человек, 10 из них в Польше. Обильные снегопады сейчас идут в Италии, там жертвами непогоды стали 7 жителей. Есть также погибшие в Чехии и Болгарии. На юге Германии в горных районах температура воздуха опустилась до минус 26 градусов. Во власти снежных бурь оказалась и Турция. В Стамбуле выпало до 40 сантиметров снега. А самые низкие температуры зафиксированы на границе между Швецией и Финляндией. Там термометр показывает около 42 градусов мороза.